Озеро – это компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоем, заполненный в пределах озерной чаши водой и не имеющий непосредственного соединения с морем. Озера являются предметом изучения науки лимнологии. Всего в мире насчитывается около 5 миллионов озер. В Воронежской области около 730 озер. Хотя это количество достаточно большое, озера в Воронежской области небольшие по размеру. Большинство озер находится в пойме Дона и питается весенними водами реки во время половодья. В окрестностях города Лиски расположены Песковатское и Богатое озеро. Озеро Песковатское находится за чертой города Лиски. Через 3 километра от конца города на дороге вам встретится дачный поселок. Свернув направо по песчаной дороге, можно выехать к живописному Песковатскому озеру, вытянувшемуся от запада на восток почти на 6 километров. Озеро представляет собой старое русло реки Дон, но вода в нем сейчас гораздо чище, чем в Дону. Вдоль озера в лесу расположилось несколько баз отдыха лискинских предприятий. На берегу имеются обустроенные пляжи. Здесь можно сделать большой привал с обедом и купанием. Если вы путешествуете весной или осенью, то и рядом с пустынным пляжем можно поставить палатку. Дров вокруг достаточно, а на озере отличная рыбалка. В его водах водятся красноперка, плотва, ерш, щука, ясь, лещ, окунь, карась, линь. Редко встречается сом и судак.